Что ж, мы поздравляем с победой и начнем с комментария матча. Спасибо большое. Ну, очень сложная игра и очень важная для нас игра была. Очень важные эти 3 очка. Хорошо, что выиграли. Никого далеко не отпустили. Это самое главное. Нужно дальше продолжать выигрывать. И так получается, что мы немного зависим от своих конкурентов, что мы должны выигрывать, и наши конкуренты должны терять очки. То есть, ну, так вот, нужно продолжать выигрывать. Сегодня мы видели, что очень много решалось в средней линии, именно в средней линии. Как перед игрой, да, какая была тактика, какой был план, насколько удалось его полностью реализовать? И по твоему самочувствию, все-таки была серьезная пауза. Готов ли полностью выдерживать 90 минут от именно такой борьбы? Все-таки Анжи – это команда, которая больше проблем в состоянии доставить, нежели другие соперники. Тренерский штаб полностью разобрал игру Анжи. То есть нам на теории подсказал, где у них слабые, где сильные стороны, где прикрывать нужно, что нужно делать. То есть мы знали, как они действуют, Анжи. И игра как-то разбилась все равно на 2 разных тайма. То есть первый тайм мы неплохо выглядели, то есть контролировали игру, даже зажали их там на своей половине поля, а второй уже как-то играли по счету, сильно прижались. Но я думаю, мы сделаем выводы и подготовимся к следующей игре, уже улучшим свою игру. По поводу своего состояния, ну, да, было... Я рад, что отыграл всю игру. Чувствовал себя, в принципе, хорошо. Алексей Кинсадал сказал в своем интервью, что команда боялась пропустить из-за трудного положения турнирной таблицы, поэтому начала второй тайм не очень здорово. Ты разделяешь его мнение, что команда действительно давила турнирное положение? Ну, мы просто хотели сохранить счет, то есть и еще более организованно сыграть в защите. Но все равно Анжи нас вынудил немного сесть вниз. То есть где-то там может быть совокупность. Спасибо.